Привет, братцы рыбаки! В сегодняшнем видео я вам покажу, как легко изготовить балду, снасть на окуня, с небольшим секретом. Что, приступим. Для ее изготовления мне понадобится 3 крючка, летний груз, леска, это у меня 0,12, кембрик, также подойдет изоляция красная от провода. Я буду еще использовать вот такую вот силиконовую ниточку, но вместо нее вы можете использовать шерстяную, тоже красного цвета. Делается все очень просто, сейчас все увидите. Для начала я отрезал часть летнего грузила. Она должна составлять где-то, чтобы крючок занимал 2/3, и покрыл ее лаком. Теперь надо оснастить крючки. Кембрик должен маленько заходить вот сюда вот. Поэтому все я опять делаю на глаз. Отрезаем 3 одинаковых штучки. Дальше вставляю червячка и приблизительно делаю припуск сантиметра и таких 3. Вставляю вовнутрь кембрика. Туда же заправляю крючок. Вот что-то такое должно получиться. Один, второй и также третий. Вместо вот этого кембрика подойдет любая изоляция от провода красного цвета. Вместо такой силиконовой ниточки подойдет любая шерстяная. Вот такие вот крючочки у меня получились. Теперь надо маленько вверх обрезать, чтобы вот так вот видно было ушко. Вот и все. Крючки готовы. Теперь осталось все это дело только собрать. Беру один крючок, так вот продеваю от грузила, дальше вставляю в грузило в само, дальше второй крючок, ну, такая вот штуковина у нас получилась, то есть играть они будут от натяжки лески, и здесь теперь делаем петлю. Не забываем смачивать узелки, чтобы они лучше привязывались. Вот, в принципе, это вот обычная балда, она уже готова. Я сюда добавляю еще третий крючок, примерно сантиметров на 30 выше от основного. Привязываю крючок к леске, также узелки лучше смачивать. Лишнее откусываем. И чтобы не болтался хвостик, его можно заправить прямо в этот кембрик. Теперь отмеряю. И здесь привязываю к основной леске. Также смачиваем, подтягиваем. Еще на раз. Вот этот вот третий крючок, это и есть небольшая хитрость балды, вот этой вот. Потому что очень часто окунь атакуют именно на верхний крючок. Ну вот и все. Снасть балда с маленьким секретом готова. А секрет заключается вот в этом третьем крючке. Осталось ее прикрепить к удочке и идти ловить окуней. Вот примерно принцип ее работы. Говорю, маленький, тут хорошо не показать. Слышно, не слышно, но она еще и шумит, когда крючки стукаются от грузила. Ну вот и все. Буквально минут 5.
И хитрая балда у вас готова на окуня. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях. До новых встреч. Всем пока.